В Подмосковье пройдет экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево». Планируется, что во дворах и на общественных территориях городского округа Люберц жители высадят более 1000 берез и сосен. Для этого уже подготовлено 62 площадки. Экологическая акция пройдет с 16 по 30 сентября. Принять участие в ней может любой желающий. Адреса и время проведения размещены на сайте люберцы.рф на специальном тематическом баннере. Напомню, что экологическая акция «Наш лес, посади свое дерево» проводится ежегодно в рамках всероссийского проекта «Сохраним лес».